Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем батл на любимых исполнителей. Информация в описании. Ребятки, слушаем новый батл. Ребятки, пошумим, друзья. Так, кто у нас здесь? Сергей Горошко. Сергей Горошко и Отто. Сергей Горошко, я не знаю, ребятки. Отто наш фаворитик. Поехали, друзья. Дома я бросил орешка по результатам жребия, начинает МЦ. Отто Питер, сделайте максимум шума! Окей. Ты давно хотел бахнуться? Это все братишки тебе сегодня накинули на перепала. Похуй батл, не хочу напить тебе ебала. Ведь ты ебала, я сегодня тебе против брата. Вновь ты драма, зрители у бара. Ну круто. А? Ну, сразу круто. Ну, он начал молодец, классно. Да, у него прям такой речитатив. Такой... Молодец, мне нравится. Плачи, смотри, блядь, со стороны уёбок. Мы теперь не пара, тут на выходе реклама. У меня едет крыша, после меня каждый оппонент еле дышит. Даю тебе время передумать. Время вышло, ты готов к такому факту, я в конвой. Запад контроль, мой фон 2-5-0. Этому майору глому требуется громоотвод. Молодец, мне нравится, ребят, читает классно, голос классный, панчи есть, ну пока еще только начало. Ну он какие-то необычные техники применяет в чтении, такого нигде не слышно было, первый раз такое слышал. Пока начало, ребятки, разогревка идет, нормально, классно, мне нравится. Шутки плохи, общайся аккуратно, шавка. Меня не отобрали на второй сезон 140, и я отобрал площадку. Тупой номер 2. Я отобрал площадку. Там это мотоцикл играет только спидло. Разумовский, дай того, как сойти с ума, это спину. Мне не нужно видеть тебя целиком, хватит половины, как стрипом, стрифой. Так что стрип корень свин рот, наслаждайся, как бог на куски рвет. Ну, молодца, молодца. Шикардос. Шикардосик, ребята, классно. Недостаточно сломать, я не как все, бог на братке. Ты не моя цель, поэтому я не промах. Спасибо, что согласился сняться у нас. Йод, баны, лов, играл в роль для мученика. Я надеюсь, ты сам написал текст, иначе добавим тебя в титрах. Роли озвучивали. Раунд. Молодец. Йоу-йоу, народ, это был первый раунд от Отто. Как оцените ее? Ну что, без лишних слов, первый раунд МЦ Сергея Горошко. Пошумим немножко, ё! Только Серега. 10 лет потратил на батлы. И вот мое время пришло раздать. Но мне дали сразу королеву. Ну хули, погнали, не ссы. Перегибать я не буду. Просто разгибай по фактам элементарно спиздец. Все твои расшлапки репы рвали. Но вы ж ты смог дать сон пару раз. Наебав тут танцпол. Организовал на площадку. И мы тебя за это благодарим. Спасибо за убитую веру. Батл рэп, все что осталось ты. Пока. Ну что, ребята? Харизматичный. Да, очень харизматичный. Энергетика бешеная. Да, да, молодец. Лицо такое у него немножко грузноватое, да, ребятки? Грозненький такой, да. Не говорю грозный, а грозненький такой. Ранила, что за блага ты несешь? Что твоя идея? Что ты хочешь людям донести? Пару патчей, где забудешь, блядь, ну ты же Отто, да? Мы все тебе простим, зайдем тебе на стрим. Задонати пару тысяч, чтоб ты мог свои барсы писать. Ты же королева в королевстве на битах. Корона в руках, но уже был монарх. Классно читает. Мне нравится, мне нравится. Интересный свой стиль в чтении. Который ее проебал. Так что аккуратней, смотри внимательней, куда лезешь, сынок. Я пришел, чтобы учить вас панчлайнам, но я тот паровозик, который не смог, зато тебе... Молодец! ...ну разгибать без панчлайна. Зачем вообще стараться, не пойму. Все равно все скажут, что ты на гастрайте залетел на стиле, ты туда сойдем. Кстати, по этому поводу недавно видел тут реакцию. Говорят, что я двигаюсь не как батл рэпер, тоже по жизни. Так и слава богу, иди нахуй. Немного дабл тайма, то сейчас на людях стиля разгибать. Пошел. Минимум усилий нужно, минимум усилий. Эту срочку тоже спиздил, и пусть это некрасиво. Да, я сыграю батл рэпер в этом тяжелом. Ну, молодец, молодец, мне нравится. Удивляет. Да. Слушать интересно. Читает хорошо. Ну, во-первых, он для нас новый, новый человек, да? Нам нового интересно. Человека всегда вот принимаешь с таким, ну... С осторожностью, с осторожностью, да. Да. Будет он фаворитиком или нет? Посмотрим, пока еще у меня не ворвался фаворитиком. Ну, пока только что первый раунд. Я же не могу передать Отто. Он же фаворитик, а он сразу моим фаворитом станет, что ли? Нет.
Надо еще сделать так, чтобы он фаворитиком моим стал. Но он молодец, успехи есть у него. Нравится он мне пока. Просто Отто мы много уже знаем, смотрели. Да. Я его по телевизору еще видела. Написали, что этого не было. Он не участвовал в кулинарном шоу, написали. Я их помню. В фильме, даже, блядь, играя, я буду более искренней, чем ты со своей фальшивой агрессией ради доната на стриме, блядь. Что ты хочешь сказать? Ух ты, смотри. Ты, блядь, не поднимаешь. О, ты начал, да, уже его? Ага, секретики выдавать. Ну, сейчас такая жизнь. Грубо, возражаешь, что? А что, перед миллионы только пиздежом сильно сквозит? И тебя в порошок сотру. Ух ты. Так что беги, блядь, я к тебе не наебать. Думаешь, продал билеты и сразу же вытащил концерт, твою мать. Друзья, я скажу тебе, как на духу. Это идея, а все, что тобой движет, это бабки на твоем счету. Ну и напоследок, так сказать, немного посмеемся. Беззабавная хуйня, не на одном боке со сплечным. И наша королева на битах умудрилась ему в сухую проебать. Это забавно. Я оказался здесь, чтобы он закрыл ту брешь, что осталось в сердце. Да, хотел на моем деле. Ну что скажу, молодец, пошел он, да, он меня уже немножко... У него очень яркое выступление, молодец, классно читает. Да, и по-разному, он разные техники применяет, очень яркий. Да, и секрет выдает хороший, интересный нам, да, молодец. Немножко агрессии есть, да, чуть-чуть так, немножко есть какая-то такая, да. Вот Отто первый раунд вообще с улыбочкой, все с улыбочкой. А это уже прям начал носик вот так прям делать. Не пиропать. Смотри, не пытайся, не забудь им рассказать, за сколько ты готов состать, блядь, рау, пидор. Ну вот видишь? Ты за Отто не волнуйся, он себя в обиду не даст. А зачем так сразу ты его так называешь? Только первый раз познакомились вы с ним. Зачем так ты делаешь? Оскорблять его? Не надо. За Отто порвем? Да. Да нет, Отто себя не даст в обиду. Я посмотрю. Он сейчас ответит хорошо. Эй, йоу, народ, сегодня батл судится именно вами, поэтому я спрашиваю по очереди, как вам первый раунд Отто, йоу? Ты за Отто, да? Как вам первый раунд? Ну, конечно, за Отто. Отто так дружелюбно говорил на первый раунд, а ты с таким злом начал уже в конце. Ну, он тоже, конечно, мастер, я ничего не говорю, ну, просто как-то, знаете... Сергей Горошко! Горошко умный, видно сразу, что талантливый, читает. Талантливый, да. Мнение по... Ой. Первому раунду в комментариях, а у нас второй раунд. Начинает Отто. Питер, сделайте максимум шума! Он же улыбается как. Ладно, тоже улыбается. Отто еще тот демон, ты за него не переживай. Раньше было просто дико. Зажатым дебанатом, не шарят пузо батутом, а теперь все стабильно. Я отжал твоих фанаток, отжал твою подругу, но что-то у тебя-то за проблемы с башкой. Что ты тут забыл, блядь, что на тебя нашло там? Слушать второго грома тебя тут быть не должно. Половина батл рэпа, думаю, ты Горошко, блядь. Но это ж ты меня вызвал, а не я тебя вызвал. Да похуй ты кого вызвал, я заложник своих слов. Я 2 года просил организаторов дать мне батлера. Да пизделся актеры и футболисты, сука, а на этот бой по боку перста сегодня нет. Просто уйдешь с порвана. Сегодня узнаем, кто Гарри, а кто Норман. Чуть это батл рэпу ебать, смотри, формула. Страшный злодей, блядь. Время пришло покопаться в цеху сумасшедшего. Скажи ты, Петя, я не видел ни одного фильма, где ты целуешься с женщиной, блядь. Молодец, пошли панчи. Такие немножко такие уколистые, да? Нормально, молодец Отто. Во время посылистом тебя могут войти. Я не видел ни одного фильма, где ты целуешься с женщиной. Может, потому... Он артист, что ли, еще? Наверное. Видишь, он артист, наверное. Он и правда симпатичный, да, такой... Статный, артистичный. Да? Артистичный очень, да. Просто я видел только один, хуй знает. Сейчас будет так. Сериалы — это зло, а ты снимаешься в них, сука. У нас в батл-рэпе есть один ебанат. Он пересмотрел викингов и поехал кукухой. Все из-за таких, как ты, спотили человека. Это тебе легко, там автографы в чайхонетах. Сегодня ты батл-рэпер, завтра как вчера лекарь. А мы просто хуесосимся, у нас ничего нету. Ладно, парни, неправда. Дебютант, ты был создан реально для батла. У тебя даже ебальник Галата, блядь. Просто нахуй съебался. Дай дешевый рожей. Все равно Отто добрый, да, батл. Вот но сегодня мы видели разъяренные батлы Отто. Видели. Ну просто вот сегодня у него что-то добренькое, да? Настроение, наверное, такое. Наверное. Текст такой. Он улыбается прям вот только с улыбочкой, да? Отто!
У меня следующая фраза, я буду произносить до конца батла. Следующий раунд. Сергей Горошко, пошумим немножко! Не, пацаны, по факту, спасибо Отто за то, что столько привнес культуру батл-рэпа, 140 организовывает, там, ямки пиздата обыгрывает на битах. Но у меня и у триллиарда твоих фанаток есть к тебе один вопрос, братан. Давай, ответь, давай. Ту-дум, ту-ту. Ну какой нахуй автотюн? Бля, я не душу, но какой нахуй автотюн? Остановите эту шлюху, ты же бактовый солист. Я не нигилист, но если, сука, не умеешь петь, то берись. Колу с улицу проболки, нахуй это надо тебе? Набор наложил вам автотюна, так что хавайте. Специально для тебя тащу розовый бодибэк. Специально для тебя, ты же у нас сладенький бодик, бля. Да, я понимаю, что ты ничего больше не умеешь, вся твоя жизнь это батлы. Но твои новаторства и рожи постоянно на афишат заебали, это правда. Ты пробил музыку на батлы и уже не возвратишься обратно. Да ладно, братка. Слушай, он музыка, знаешь, он пел, получается, вот это тоже? Наверное. Вот видишь, ты, говорит, не возвратишься, говорит, ты музыку, говорит, ты уже, говорит, в батлах сейчас говорит. Не обижайся, иди нахуй, пошел нахуй. Владик, ты прости, я не предупредил, что буду тебя батлить, да, я знаю, ты отвык, я знаю, ты отвык, знаю, ты отвык, но буду тебя батлить, даже не предупредил. Йоу, Владик, прости, я не предупредил, что буду тебя батлить, да, я знаю, ты отвык, я знаю, ты отвык, но я буду тебя батлить, даже не предупредил. Лох, турун, тун, тун, убран, нахуй, не бред. Йоу-йоу-йоу, во-первых, хочется сказать спасибо самой охуенной публике. Дайте шуму самим себе, йоу! Ребята, вы реально очень крутые, но нужно, чтобы вы сейчас сказали свое мнение по второму раунду. Итак, начинал Отто! Отвечал Сергей Горошко! Пишите в комментариях под видео, кто, на ваш взгляд, взял второй раунд, а у нас третий, завершающий раунд. Ну давай, кто взял? Ты же судья. Что взял? Кто взял второй раунд и первый? В первом раунде тебе кто больше понравился? Давай честно все говори. В первом раунде... Ну, Отто, он, конечно, пошустрее был и повеселее, да, Отто. Я это пока за него. Ну, вот Горошко тоже ведь себя показал. Неплохо, я тебе скажу. Очень круто показал. Очень круто показал. Я даже не могу сказать, что он проиграл. Мне кажется, 1-1 идет уровень здесь. Я так думаю, мне кажется. Раунд. Начиная от Отто. Питер, давайте максимум шуму! Я хочу, чтобы все танцевали в этот бит. Можете, пожалуйста? Вот типа вот так. Давайте пританцовываем все, я. Молодец, молодец. Разогрелся, пошел. Молодец. Я как раз таки не люблю насухо. Мне сказали, что такими темпами я плохо кончу. Я живу одним днем и умру одной ночи. Ты что не волнуй, чали, не сумма, мрэпи соблаз. Ты не скипков, когда написал бар. Этот лайк геймс, когда не пускай брак. Слышишь, новичок, лучше беги собрать. Профи, очередной шоу, беги собрать. Укрепай твою крепкость, ты тысяча со дна. Хочу гай с помощью флот тебя. И твоя шопа горит, как на 52. Б, 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 на 52. Б, б, на 52. Твоя шопа горит, как на 52. Настроение поднимает, да. И он все равно какой-то профессионал, да. И панчи такие не злые у него, да. Вот, ну, не злые. Энергетика классная, да. Добрая. Он же мог что-то такое злое, да, сказать. Он, у него все такое доброе, да.
Просто такой добродушный, просто вот, наверное, не знаю я. И твоя жопа горит, как Б-52, 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 твоя жопа горит, как 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 Б-52, Итак, у нас последний раунд этого батла. Вы знаете, что я сейчас скажу. Конечно же, начинает Сергей Горошко. Пошумим немножко! Не-не-не-не. Нахуй ты свои треки принес на батл? Сейчас будет батл рэп. Тру. Ну-ка давай. Не считай собаки продакшн. Слушай, он, наверное, раньше все равно батлился, просто мы его не видели. Он, наверное, мастер, я думаю. Ну да, наверное. Тоже в первый раз его вижу просто. Ну вот просто мы его не знаем. Он, наверное, действительно он настоящий классный, мастер. Очень профессиональный. Конечно. Просто мы не знаем, он же не первый день сегодня. Первый раз. Не первый раз же он, наверное. Шучу. Как всегда, вот ты сам не откуда, блядь, как всегда, как всегда, вот ты сам не откуда, мне так похуй на тебя. Я вчера этот текст писал, вчера я проснулся, вышел из душа, зубки почистил, пошел на кухню, достал кастрюльку, сварил сосиски, поставил чайник, заварил кофе, помыл посуду, надел ботинки, пшикнул парфюм, напялил косулку, вышел из дома, зашел в магазинчик, купил себе винишко, придал машину, поехал работать, вышел с машины, часа по работу, поехал обедать, заказал супчик, просто покушал, оплатил счет, оставил чаевуху, вышел на улицу, посмотрел вниз, ботинок порван, значит пора мне... Ну как тебе? Да очень что круто. Скажешь? Музыкальный очень. Яркие выступления, яркое. Интересно наблюдать за ним. Интересно. Не скучно, очень круто. И не скучно, и не зло, да. Угу. Ну, иногда, конечно, можно послушать злой, да, иногда. Это же все-таки батл. Ну, да. Мы вот, если прям говорить про такие злые-злые батлы, их всего три было. Да, вот суперзлых, да. Очень таких трешовых батлов. Да, вот что там трешово для нас, мы знаем, да, ведь? Когда одного человека унижают, да, вот сильно. Это очень не, долго, да. Да. Это я не могу сказать. Три или четыре было таких. А да. Так в основном все дружелюбные выступления. Да, даже если они матерились, там шумели, да, ну, ничего такого, да? Домой возвращаться, зайду за добавкой. Пока зайду я шел, за добавкой. Жиху, и тут я вспомнил, что третьего раунда у меня нет. Нет, третьего раунда нет. Как всегда, вот за снеткуется, блядь, как всегда. Как всегда. Прости, что не оправдал. Думал забежать по бою. Зачем вышел на поле боя? Перевернулся к воздуху для героя до сих пор. Не было смысла в моем отборе. Специально для меня в заметке перечитывая с бою каждый раз. И тут визуальные спецэффекты классные, да? Mm-hmm. Тоже атмосферу создают. Это как заплатить тут тычку оппонента, чтобы не было потом обиди не в том, что дружба вне канона батл-рэпа. Я не хотел, так это забавно. Прости меня, дружи. В общем и целом тебя разносить-то мне и не нужно. Почтановки ждите, их больше не будет, блять, простите за текст. Но сочиняю я про тебя песню, одну оставлю, как всегда, как всегда. Вот сожнет хуйца, блять, как всегда, как всегда. Как всегда. Сожнет хуйца, блять, как всегда, как всегда. Вот и сожнул хуйца, спасибо, Владик, то, что позвал. Прости, что я тебя разъебал, ё. Как всегда, как всегда. Актеры, если будете батлиться, не клипайте в конце когда. Ребят, как-то слабо поддержали, по-моему, отличный батл. Дайте шумы твоим участникам! Ну, танцевали все. Сейчас мы будем судить сразу весь батл по мнению зала. Определитесь, кто, на ваш взгляд, победил. Я показываю на МС. Вы говорите свое мнение. Итак, МС Отто из Салехарда. МС Горошко из Майор Гром. Ну, так непонятно, конечно. Теперь покороче. Отто. А почему судьи не пригласили? Сергей.
Ты Серегу будешь палку на крики громче, да? Сергей! Ну, Сергей побольше любит. Ну, в принципе, если победила дружба, то победил Fallen MC. Я хочу сказать, что это был 140 BPM батл. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Сергея Горошко. Фильм смотрите в конце концов. Смотрите мой стрим с разбором этого батла. А какой фильм у него? И других стримеров тоже, конечно. С вами был Денис Сергеевич, мы не прощаемся. Сделайте максимум шума! Надо так. Было судей пригласить. Почему не пригласили? Ну, мне очень понравился батл, ребят. Очень веселый, конечно. Да, очень веселый, интересный. Зажигательный. Да, зажигательный. Не раздражал меня. Мне интересно было, ребят. Оба исполнителя такие сильные. Читали рэп хорошо. Молодцы. Прям хорошо. Мне очень понравилось. И танцевать можно, и флипать можно. Там что хочешь. И на бэках стоять. Я старалась. И бросать. Да, пробовала. Пробовала, но хорошо получилось. Так молодец. Что, ребятки, смотрите, заказывайте батлы. С удовольствием будем смотреть вместе. Пока, друзья. Пока.